Привет всем, друзья, с вами Мистер Чир, и мы с вами продолжаем карьеру Зверюху Сорокина. У нас очередной матч с Оттавой. Первый матч мы выиграли уверенно, могли и пропустить меньше. Надеюсь, что именно в этом матче мы как раз таки и пропустим как максимум одну шайбу. А лучше ноль. Все мы знаем, что мы хотим сухарь. Погнали. Первое вбрасывание, играем на выезде. Первую игру играли дома, сейчас на выезде. Ну, как и следовало ожидать. Хоффман. Закрыли. Маршант. Передача на Пастернака. Ближний угол. Контур, кстати, стоит. Вот. Надежная защита. Зашел в зону. Отдал. Закрыли. Уайт. Наша шайба. Мимо. Слава богу, повезло нам. Основной угол обстрела. Но лазеечка была, как сейчас у Контона. 1-0. Повели мы. Точнее, 0-1. Играем все-таки на выезде. Дэвид Крейчи, выйдя во втором звене, открывает счет в этой встрече. Неплохо. Отличная передача и бросок в касание. Замечательно. 1-0. Мы впереди. Сейчас главное отыграть в обороне. Браун. О! Это было опасненько. Бросок на добивание! Ну, чуть-чуть. Чабот! Куда ты бросаешь? Матренюк. Браун. Прижали нас чуть-чуть. Браун. Все-таки отбили, и шайба не залетела в ворота. Пас на синюю, там Пастернак оказался, пас на пятак, шайба в воротах не оказывается. Закрыли. Да прижмись! Хоффман. Закрыли. Передача круг, Маршант. Вернуть на синюю, и будет бросок. Подставляется защитник. Отличная передача на Туриса. Карлсон. Шайба в воротах. Все-таки она в домик залетает. Вот это обидно. Вот это обида. Мы должны были отбивать эту шайбу. Эрик Карлсон. Да, в домик она залетает. Очень обидно. Один-один. Сравниваю этот Оттава счет до конца первого периода. И начинаем все заново. Лучше пока по очкам в команде после первой игры. Дебраск. Есть бросок. Ух, опасненько. Не видел шайбу Кондон. Но все-таки отразил бросок. Выиграем вбрасывание. Можно бросать. Карло! Мимо. Татар. Закрыли. Все в порядке. 7-5 до конца. Лучше уж прижать. Мимо. Все в порядке. Заканчивается первый период. 1-1. Давайте посмотрим по броскам. 8-8. Ну, равная игра. Равная. Погнали во второй период. Пастернак! Мимо ворот. Здесь можно бросать. Круг. Бросок. Поставленная клюшкой. Шайба в воротах. Это был Пастернак. Или Бержеров. Так, подождите. А покажите ко мне повтор. Там вроде бы тот, кто был справа, поставлял клюшку. Ну что, первый гол в этом сезоне у Бержерова? А нет. Все-таки Бержеров, да. Все-таки был первым Бержеров. Хоть и, если что, Пастернак его подстраховывал с этой поставленной клюшкой. 2-1. Первые же минуты второго периода мы выводим вновь свою команду вперед. Хоффман. Турис. В уголочек эта шайба залетает. 2-2. Ну что ж такое-то?
Майк Хоффман. Смотрим на повторе. Нашел он где-то там лазеечку между блином и щитком. Давайте посмотрим на повторе. Вот он бросок. Но он очень выпрямился. А мы отбили. Но не так, как надо. Просто миллиметров. Доли секунды. Вот так оставь. Блин, вот, вот в этой позиции мы поставили блин. Вот здесь вот. Шайба бы не залетела. Но блин убирается, и шайба залетает. Не прочитаешь такой ситуации, конечно. Дебраск долго думает, ближний угол бросает. Ну ничего опасного в этой атаке не получилось. Марков! Эх, не подставили клюшку. Как Оттава в этой игре прям летит в атаку. Атака у них в этой игре прям очень долгая и перспективная. Дебраск. Вышел, бросил с острого угла, мимо. Мартинюк. Закрыли. Матренюк. Пас на синюк, Карлсон. Это мы спокойно берем. Слава богу, команда не удаляется. Это плюс. Маковой, передача отличная, но почему по центру-то Пастернак? Пастернак до сих пор шайбой. Маршан, Бержерон. Пастернак, Маршант на Бержерона. Как быстро проходят передачи. Отбор есть, Пастернак. Пытался в ближний угол сейчас Конана пробить. Опять теряют шайбу Оттава в своей зоне. Пастернак ждет партнера. Выбивает клюшку. Чабот. Чабот. Оу, я не успел. Я слишком выкатился вперед. Стоун открывает счет для себя в этой встрече. Еще 3-2 мы уже проигрываем. Мы пустили 3 шайбы. Это обидно. Очень обидно. Учитывая, что мы хотим поднимать свою оценку. За 3.40 до конца второго периода мы пропускаем. Бекес. Бекис бросок. Ватрано с развороту. Кондом. Ну и плюс Кондом сегодня прям блещет на ленточке. Последняя атака в этом периоде. Закрыли. Свой же запихнул. Или кто? За 3 секунды до конца. Логан Браун. Второй гол в этом сезоне. Давайте посмотрим на повторе. Отбиваем, перекатываемся. Замечательный повтор. Покажите сверху, пожалуйста. Еще лучше повтор. Вот здесь нам будет лучше видно. Ну вот, мы отбиваем. Вбок. Защитник успевает первым. Так ты выноси. Вот смотрите, он принимает, он должен просто вынести. 3 секунды до конца. Просто в сторону борта куда-нибудь. Что делает он? Он отправляет в наши ворота. Отправляет просто шайбу в сторону наших ворот. Я ее отбиваю, он в меня врезается. И в этот момент загоняет шайбу мне между ног. Он еще и коньком ее подбил, чтобы она зашла прям между. Ладно, за 3 секунды мы пропустили эту шайбу до конца второго периода. И мы проигрываем уже 4-2. Спасибо большое, кто был там из защитников. Что, тащите, друзья. Тащите, сами себе напривозили. Мы ее пропускали. 14 бросков все же по нашим воротам. Ужаснейшая. Ужаснейшая оценка процентов отраженных шайб. Это просто ужас. Учитывая, что в первый период было нанесено 8 бросков, сейчас 6, то это просто печально.
Есть шайба в воротах, пока я там зависал и не мог двигаться нормально. Бержерон сокращает отрыв Оттавы до одной шайбы. Второй балл за сегодня. Хорош Бержерон. Давайте посмотрим на повторе. Есть передача Маршанда. Ну и просто в ближний угол Кондона. Бержерон прошил. Вновь быстрая шайба в периоде. Не раз мы уже это демонстрировали. Сегодня уже второй раз. Ну и давайте, теперь отыгрываем. Если бы не эта последняя шайба, было бы все замечательно. Торис. Взяли. Отдаю сразу. Хорошая передача. Есть бросок Кондон. Очень сильно накосячили в обороне. Опа, удаление. Да убега... Что за... А! У нас удаление. Господи, а еще... Что я сейчас сделал? Нам могли сейчас пятую забросить. Вот это невнимательность. Окей, две минуты в меньшинстве. Проигрываем брасывание, это стандартно. Чабот. Оп! Взяли. Мешает, мешает на пятаке! Выбросить. Защитник принял на себя этот бросок. Крейчи вперед полетел. 37 секунд до конца меньшинства. А вот сейчас можно было забросить. И вот этот бросок! И мы забрасываем в меньшинстве. Счет 4-4. Бержерон забрасывает. Третью шайбу за сегодня. Это хэт-трик, друзья. Это хэт-трик. Я бы кинул свою кепку сейчас на лед. Но, увы, рядышком ее не оказывается. Поэтому проблема в этом у меня возникает. Но если наши болельщики на трибунах, вижу, несколько там есть черно-желтых, можно было бы и бросить кепочку. Все это время они не бросают. Карлсон, вот он бросок. Ну, хорошо он себя маковую принял эту шайбу. Бержерон, вышел у нас пятый. Бержерон, может покер. Передача хорошая, но в створ не попадаем. Очнулись в третьем периоде. Прижать. Выжидает, чего выжидает? Партнера выжидает. И шайба в воротах! Это наш новичок. Это наш новичок. Худлер, Хадлер, Хитлер. Играл он, как я понимаю, в Dallas Stars. Теперь играет у нас. Хорошо, Крейчи закрыл обзор голкиперу. И наш новичок открывает счет для себя в нашей команде. Вроде бы больше он не забрасывал, да? Да ладно, ну надо 5-5. Сразу же пропускаем. Кажется, второй гол сегодня. Поймали мы вантаймер, оставили одного Карлсона. И опять миллиметров, да, не хватило. Давайте опять повтор. Люблю я это дело, смотреть повторы. Потому что в этой игре с этим проблема. Не могут нормальный повтор никогда показать. Показывают то с трибуны, то еще откуда-нибудь. Понятно. Ну как я мог отбить этот бросок? Прижались. Только оторвались и получили. О! Сквозь игрока. Пум. Прошили. По статистике 24-18. Окей. Скоро нас такими темпами заменят. Дебраск! Ух, Кондон, хорош сейф. Все как-то пошло не по нашему плану. Да и оборона что-то не хочет нормально играть. Дает спокойно бросать то с пятака, то куда-нибудь немножечко левее, правее пятака. Это всегда возможность бросить точно. Матренек, бросок. Неожиданно, если честно, бросок для меня. Прошел. Хорошо, и на добивании. Нет, на подбор есть Бекис. Бекис сам. Ближний угол. Не опасно. Турис. Закрыть. Да, господи. Бержерон. Пастера. Первое звено. Ну, давайте. Принесите нам победу! У нас неудобно. Ну,
Надо было подстроиться все-таки под нормальный бросок. Не доходит до Бержерона шайба. Что за идиотизм? Я ж был прижат к штанге. А вот и хэт-трик. Вот я прижался. И в момент броска меня откинуло от штанги. Маразм. Съебась не такова. Игра полная Г. У него передача не точная. Вайт. Прям вот настроение падает, когда ты начинаешь вот такое пропускать. Прям капец как. Есть бросок. Маковой ждет. Передача. Но не точный бросок. Татар. Вайт. Татар. Забирай. Все, убегаю. Бросок. Кондо. Что там по оценкам? Сейвы на 3 с плюсом. Жопа. Команда игра зато на 4. Не всегда это получается сделать. Пустые ворота у нас, да. Выиграли, а подобрать шайбу. Все понятно. Все с вами ясно. Будет бросок, пустые ворота, и шайба будет забита. Нет. Смотрите. 4 в 3 выкатились. А толку никакого. Последние секунды, Пастернак. Все. Нет, 0-6 до конца. Ну, это считайте, что. Что все. Похоронили нам игру. Я себе похоронил игру. Выигрывает Оттава у себя дома, но... Должны были мы выигрывать. Если бы не мои ошибки, да и косяки игры, конечно. Увидимся с вами в следующей игре. Ставьте лайкосики, вступайте в группу ВКонтакте, не пропускайте ни одного видео. Пока!